Привет, Симана, привет, друзья. С вами я, с вами Колян. Музычка играет. Эх, рыбка жарится, скумбрия жарится. А все потому... Вот мой сынуля вам передает привет всем, друзья. А сегодня повод. Сегодня я на год постарел. Сегодня я на год постарел. Сегодня день рождения. Но, между тем, есть еще для вас мысль одна на поединочек. Финал Лиги конференций. Ах, нога мать. Финал Лиги конференций. Рома Фейенорд. Долго рассказывать вам не буду, что да как. Это все в предыдущем. В первом видео прогнозики. Если, друзья, Мауриньо не возьмет даже Лигу конференции, я напомню, что это впервые, да, вот этот трофей, если может быть, что для Фейенорда, что для Ромы, я думаю, он себе это не простит. Да, конечно, Мауриньо, он такой, он будет потом, если Рома вдруг проиграет, он будет обсирать, винить игроков, но только не себя. Мауриньо у нас всегда святой. Но я думаю, здесь будут приняты все усилия для того, чтобы взять этот кубок. Давно Рома не брала кубков. В общем, победитель Лиги конференций Рома за коэффициент 1.72. Друзья, тянем, болеем за Рому. Надеемся, что... А кто победит? Рома или Фейенорд? Фейенорд. Фейенорд победит? Ну вот видите, друзья, я говорю, что Рома будет обладателем Лиги конференции, а мой юный друг говорит то, что Фейенорд победит. Ну, узнаем, кто прав, я или Костян, 25 числа в 22:00. Ладно, всем вам удачи, добра, друзья, а я пойду праздновать день рождения. Пока. Лайк, да, скажи? Ставьте пальчик вверх. Ну, а куда ты смотришь? Ты сюда смотри. Говори пока всем. Пока. Пока.